теперь попробуем взвесить. Ранее удавалось вашему покорному слуге сделать вот все пистолетики. Так. Ну, 15. А вот здесь, вместе, в этой мини-гире, и внутри в этом самом мини-шаре, вот что? Несколько побольше. Почти на килограммчик. Поэтому попытка была не на все 100% удачная. Трудновато? Да. Что ж поделать? Такие годы. Старость не радость. Да и молодость гадость. Так. Вот это то, что осталось. Именно вот, если догрузить, вот этот здесь килограмм, ну, скажем, килограмм со восьмушкой, и тут три восьмушки килограмма. Вот то, что осталось. То есть в этом спортивном снаряде можно бить, именно можно показатели улучшать в этой мини-гире. Даже вот какая дробность веса. Даже на восьмушку килограмма. Так. А это покуда? Ну, покуда это тренировочный мини-шар атласа. Придет время, и что будет? И вместо вот этой промежуточной части, вот, вместо именно то, что касается, не важно, что придет занято руки, тяжело. Да вот. Так вот, вместо этого сменного элемента будет именно, скажем, гиревой сменный элемент. Сменный элемент гиревой, похожий, скажем, вот на такой. Ну, только меньше размерами, разумеется. Или на такой. Или вот на какой. Сменные гиревые элементы возможны. Элементы смены гиревые возможны. Любые. Так. Что же еще? Если симметрично сделать какую-то конструкцию еще, даже может быть гантель, может быть и булава. То есть вместо вот этого сменного элемента, вот, возможно, все возможно, другие смены элементы. Это все, пусть даже еще в сыроватом виде. Но не страшно, можно и заниматься. Вот, конечно. То есть это что? Это такой пропоксибетон в домашних условиях. Там твердейшие материалы использованы. Вот. И арматура. Там какие-то баллы или что. Вот. Так. По мере возможности или необходимости как-то продолжим. Видеоролик. Вот дополнительные разъяснения какие-то будут. А, да. Вот сюда. Вот это вот. Если дополнить. Вот. Какая-то восьмушка килограммов куда пойдет? Не сюда. А вот куда. Вот. А здесь полностью заполненный вес. Здесь. Ну, около 5 килограмм, даже несколько меньше. Вот этот смены. О. Вот восьмушку килограмма мы ставили. Вот. И еще 1,125 вставили. Вот. И тоже так же будет полон вес. Однако не будем торопиться. Вот. Так о чем же речь? Что автор всего видеоролика довольно много имеется спортивных снарядов при минимально возможной градации изменения
веса. Если так случилось, что камера перевернулась, ну, пущай Господь прощает, зрители не серчают. А куда, скажем, до свидания, до новых успешных попыток и встреч, связанных со всем этим.